И целомудренно, и смело, до чресл сияя наготой, цветет божественное тело, не угадающей красой. Под этой сенью прихотливой, слегка приподнятых волос, как много неги горделивой, в небесном лике разлилось. Посетив в 1872 году Лувр, писатель Глеб Успенский восторгался. Тут больше всего и святее всего Венера Милосская. В ней, в этом существе, только одно человеческое в высшем значении слова. Действительно, именно статуя Венеры задала современные стандарты и пропорции женской красоты. Пропорции Венеры долгие годы считались идеалом. Рост 164 сантиметра, бедра 93, талия 69, плечи 86. В этой скульптуре восхищает все, и тонкие черты лица, и прическа, и грациозная осанка, и аккуратные складки одежды. Согласно одной из легенд, в руках Венера держала щит, согласно другой – яблоко, а согласно третьей, она, устыдившись, придерживала спадающие одежды. Подумать только, эталон красоты и без рук. Где же ее прекрасные руки? Конечно, все существующие легенды бесспорно красивые, но обо всем по порядку. Как-то летом 1820 года грек Йоргос Контротас из города Кастро, что на острове Милос, вместе с сыном Теодоросом и племянником работал у себя в поле. Их участок находился в полумиле от развалин античного театра на горном склоне, который пересекала какая-то древняя стена, сложенная из необработанных камней. Она сформировала как бы границу поля, которая нависла террасой над спуском вниз. В тот день трудолюбивые греки что-то копали как раз возле нее, и вдруг неожиданно под ними стал осыпаться грунт. Спустя мгновение все едва не провалились под землю. Когда испуг прошел, любопытные крестьяне стали по очереди заглядывать в образовавшийся провал, но в темноте ничего толком рассмотреть не смогли, убедившись лишь в том, что под ними находится довольно обширная полость. Тогда Йоргос велел сыну и племяннику сбегать домой за фонарем, веревкой и кое-каким инструментом. Когда те принесли все, что требовалось, Йоргос опустил в провал зажженный фонарь и при его свете рассмотрел стены некоего подземного помещения, на сводчатой крыше которого он стоял. Как самый сильный, он остался наверху, страхуя, а молодые люди, спустив в провал еще одну веревку, пролезли в подземелье. Так они оказались в древней крипте, примыкавшей к той самой стене, верхний край которой выпирал на поверхность, пересекая их участок. Осмотревшись, Теодорос и его кузен разглядели в нише стены прекрасную статую Венеры из белого мрамора, одежду, закрывавшую ее лишь до бедер и не спадавшую на пол широкими складками, она придерживала правой рукой. Левая была слегка поднята и изогнута. В ней она держала шар величиной с яблоко. Так потом опишут они свою находку. Островитяне ровным счетом ничего не понимали в искусстве, но знали, что антики охотно покупают иностранцы, так что обязательно найдутся люди, согласные заплатить хорошие деньги за их находку. Утащить целиком мраморную красавицу было невозможно. Втроем они не смогли даже сдвинуть ее с места, а звать на подмогу соседи не захотели, желая сохранить находку в тайне. Тогда Йоргос сам внимательно осмотрел статую и обнаружил, что она не монолитная, а сборная. Разобрав фигуру на меньшие фрагменты, греки перетащили в свой дом бюст и руку, а нижнюю часть оставили в склепе, замаскировав вход в него.
В апреле того же 1820 года в гавань городка Кастро зашел французский корабль «Шеврет». Двое офицеров, на котором лейтенанты Жюль Дюмон Дюрвиль и Амабль Матре, были заядлыми любителями античности. Пользуясь стоянкой, они стали обходить дворы греческих обывателей, интересуясь, не имеется ли чего на продажу. Так они зашли и к Йоргасу, который показал им части своей находки. Офицеры пришли в восторг, но цена, назначенная грекам, была несоизмеримо выше их финансовых возможностей. Сделка не состоялась, однако Йоргас обещал не предлагать статую другим покупателям, пока лейтенанты не соберут необходимой суммы. Из Кастро Шеврет отправился в Константинополь, где Матре и Дюрвиль рассказали все французскому послу, Греция тогда принадлежала Турции. Тот, в свою очередь, приказал секретарю посольства де Мерселюсу отправиться на Милос, купить статую Венеры и переправить ее во Францию. В распоряжение де Мерселюса была передана шхуна «Эстафет». Однако подготовка к путешествию заняла некоторое время, поэтому, когда корабль 23 мая 1820 года подошел к берегам Милоса, на рейде Кастро уже находился турецкий бриг, и полным ходом шли работы по подъему статуи на его борт. Контротасам все-таки не удалось скрыть свою находку, и они узнали турецкие власти. Но как такое могло произойти? Тут в нашей истории появляется еще один персонаж, французский морской офицер Оливье Вутье. В своих воспоминаниях он утверждает, что лично присутствовал на поле Кентротасов в тот день, когда была открыта загадочная античная крипта. Более того, по словам Вутье, он-то ее и нашел, а крестьяне только помогли ему извлечь из-под земли обнаруженную статую. Тем самым он недвусмысленно утверждал свое право на бесценную находку. Однако сами кентротасы эту информацию не подтвердили. Вполне возможно, что Утье действительно каким-то образом прознал о находке Венеры, но, получив отказ Йоргаса продать ему античную реликвию, сам же и сдал его туркам, пообещав османскому капитану долю от суммы, которую смог бы выручить от перепродажи статуи богини в третьи руки. Увидев подзорную трубу, что толпа турецких матросов и греков тащит что-то большое, белое и очень тяжелое, капитан Эстафет медлить не стал. Он приказал своим матросам грузиться в шлюпки, идти на них к берегу и силой отбить статую у турок. Выполняя приказ, десант атаковал толпу, завязалась драка, из которой французы вышли победителями. Однако во время схватки саму Венеру бросили на землю, и она разбилась. Матросы подхватили трофеи и волоком потащили изваяние к шлюпкам, пока турки не вернулись с подкреплением. В попыхах разбираться было некогда. Валявшиеся на берегу части, как попало, сбросили в шлюпку и доставили на борт шхуны. Но осмотрев добычу, французы поняли, что им досталась только верхняя часть Венеры. Нижнюю турки успели доставить на борт своего брига. Утье, вероятно, не желая брать на себя ответственность за случившееся, утверждает, что статуя уже изначально была расколота. Теперь пришел черед де Марселуса. Он отправился на турецкий корабль и начал переговоры с его капитаном, упирая на то, что, мол, у французов с владельцами статуи была предварительная договоренность о покупке. Дебаты продолжались два дня. Дело не обошлось без взяток. Но в конце концов секретарь посольства исполнил свое поручение. Турки вернули недостающие части статуи. Скульптура вызвала очень большой восторг французского двора. Конечно, ее выставили в Лувре, и, естественно, Дюмон получил всевозможные милости и похвалы. Но спасенная им Венера стала известной во всем мире. Богиню отослали в музей Лувра. Специалисты осмотрели Венеру и вынесли страшный приговор. Восстановить статую в прежнем виде невозможно. Оказалось, что на Милосском берегу матросы подобрали не все куски рук и плеча. Статую выставили на всеобщее обозрение. Так в 1821 году миру явилась Венера Милосская. Газеты запестрели самыми восторженными заголовками. Величайшая статуя мира.
наипрекраснейшая красота. Искусствоведы гадали, кто же автор: Фидий, Скопос, Прокситель. Очереди в Лувр вились кольцами. Однако зрителей интересовало не кто создал эту мраморную богиню, а что же она держала в отсутствующих руках. На страницах газет и журналов не затухала дискуссия. Одни считали, что в руках Венеры было зеркало. Другие утверждали, что богиня от стыдливости поддерживала руками покрывало. Лишь спустя полвека, в 1872 году, французский посланник в Греции Жюль Ферри понял, как раскрыть эту загадку. Он отправился к семейству Кентротосов. Отца, конечно, уже не было в живых, но его сын и племянник жили все в том же месте. «Вы помните Венеру?» Ферри достал из кармана несколько золотых. Старики закивали, впившись глазами в монеты. «У нее были руки?» Оба старика недоуменно воззрились на приезжего. «Конечно, господин. А что было у нее в руках?» Старики заулыбались, обнажив беззубые рты. «Яблоко, господин!» Статья Ферри в научном журнале произвела сенсацию. Знатоки античности заахали. Как такой простой ответ никому не пришел в голову? Конечно, Венера держала яблоко, ведь именно его дал ей Парис, признав прекраснейшей из всех земных женщин. Однако общественность не поверила такой простой разгадке. Сложная поза Венеры, ее странно гордый взгляд, непонятные развороты плеч и торса – все это никак не вязалось с тем, что мраморная женщина просто держит в руке яблоко. XX век начался с новой экспедиции. В 1901 году энтузиасты вновь перерыли весь берег Милоса, на котором когда-то нашлась Венера. Но никаких утерянных рук не обнаружили. К середине века начались сенсации. Сначала в 1964 году турецкий профессор Ахмед Ресим заявил, что знает, где находятся утраченные руки богини. Но нынешние владельцы вернут их, только если французы перевезут статую в Стамбул. Услышав такое, искусствоведы заявили, что это чистое вымогательство. Затем мир облетело известие, будто бы Лувр получил тайное послание о самых великих в мире руках. И уже начал снаряжать экспедицию археологов и искусствоведов. Однако повторного послания так и не пришло, а потому газеты назвали все это рекламным трюком. Ну а потом поступило и вовсе невероятное известие. Некий бразильский миллионер приобрел руки Венеры за 35 тысяч долларов. Мир замер, ждал еще несколько дней. Вердикт, нанесенный учеными, был краток. Эти руки чьи угодно, но только не Венеры Милосской. Но бум было уже не унять. То тут, то там появлялись чудом найденные Венерины руки. А многие энтузиасты сами создавали их и рвались в Лувр, чтобы примерить. Конечно, работники музея не позволяли, но иногда под нажимом общественности составляли странные фото, на которых красавица появлялась то с одними, то с другими руками. Правда, подобные фотографии вызывали лишь шок. Венера с руками теряла всю свою красоту и обворожительность. Более того, она становилась чудовищной. Но почему нам так хочется привинтить руки Венере, подогнать красоту под наше понимание? Написал после одного такого эксперимента обозреватель газеты «Фигаро». Почему мы кидаемся расчленить гармонию? Разве легче жить, зная, что загадочная улыбка Джоконды – ничто иное, как нервный тик, показывающий, что ее обладательница просто страдала эпилепсией? А ведь именно так утверждают некоторые психотерапевты. Гении прошлых веков преподнесли нам прекрасный урок. Сила красоты не в доступности, а в загадочной тайне, которую хочется приоткрыть, но не следует.